Всем привет! Мы с сыном идем с Фикспрайса, с покупками, довольные. У нас сегодня шопинг. И что-то как-то так вот, знаете, упал взгляд, я начала смеяться, и мы стали с ним прикалываться и шутить. И он говорит, по улицам нашего города ходят павлины. Это веточки из Фикспрайс декоративные. Если кому-то нужно, загляните, посмотрите. Павлиньи хвосты, что я вам показывала, это я купила в Фикспрайс, привезли. Ну, наподобие ковыля, я так понимаю, веточки, синтетика, естественно, все это. Но выглядит симпатично. Я себе взяла 3 веточки в свою вазу. И как будто и не было кошмара 3 дня назад, что не проехать, не пройти, не пролезть нигде. Сейчас все уже нормально. Остался только песок. Вот видишь, да, где посыпали, видимо, что скользко было. Ну да. Остался тут небо голубое, кучевые облака. Угу. Хорошо она на тебе села, все. Ага, ага. Хорошенькая, да. 2 часа ходили по магазину, носили все в руках, пока вспомнила, что здесь же тележки есть. Теперь с тележкой будем ездить, наконец. Можно еще полдня ходить, слышишь? Да, нам же больше нечем заняться. Ничего, что это просто под тобой. Mm-hmm. А эти прям чувствительны к тому, что под тобой. Mm-hmm. Мне вот эти больше нравятся. Ну что-то еще померяй. Эти положи пока в корзинку. А что, нету таких 45-го? Нет. 21 век. Цивилизация. Опускаем. Включаем миксер и замешиваем опару. Опара у нас должна будет постоять минут 15-20. И потом будем остальные ингредиенты добавлять. Ну что, девочки, давайте. Опара постояла у нас. Давайте закидывать остальные ингредиенты. А у меня, девочки, все еще происходит волшебство. Я все еще никак не наиграюсь со своим миксером. Не в плане того, что не наиграюсь, а настолько мне доставляет удовольствие сейчас заниматься выпечкой. Вы себе просто не можете представить. Раньше, пока сделаешь это тесто, весь ухэкаешься, особенно если вот у кого-то есть заболевание опорно-двигательного аппарата, да, тот прекрасно меня понимает, когда у тебя болит спина, когда у тебя плохо работают руки. И как бы ты ни любил выпечку, тебе легче пойти купить пирожок, чем сделать его самому. Но вкус домашнего пирожка резко отличается от магазинного, поэтому как бы домашняя выпечка все равно в приоритете. Но вот именно болячки не дают насладиться всем этим процессом. Сейчас за меня большую часть работы делает мой миксер. Тесто вымешивает просто на, ну я не знаю, девочки, на 10, на 20 с плюсом. Это занимает так мало времени. Нигде нет муки, все чистое, все, ничего не пачкается. Тесто подходит в этой же миске. То есть это просто какая-то сказка, это волшебство. И если вы, ну, смотрите меня, я вот вам от чистой души советую, да, или на день рождения себе, или на какой-то праздник, девочки, сделайте себе такой подарок. Вы себе просто на 50% облегчите, ну, вот жизнь, смотрите, на кухне. Смотрите, отлично вымешанное тесто. Мягкое, пушистенькое уже. Сейчас я его накрою пленочкой и поставлю подходить. Когда подойдет, покажу, какое. Девочки, а я не перестаю радоваться. Какое, посмотрите, тесто. Это вот поднялось оно, я оторвала на пиццу. Сейчас покажу вам. Вот на пиццу я сделала кружочек. Очень мягкое тесто, просто сказка вообще. Так что, девочки, бегом за планетарными миксерами все. Получайте удовольствие от жизни.
Девочки, куда я несусь среди ночи? Ну, во-первых, не ночь. Сейчас только 6:30 вечера. Муж меня повезет сейчас к костоправу с моими руками. Какой-то там врач. Не знаю, что сейчас по ходу, если там получится, буду снимать, не буду. Потом расскажу, что. Потому что руки у меня вообще перестали работать. Я даже не могу за спину их завести. Убежала дома, даже пицца недоготовленная осталась. Будет сын доготавливать пиццу. Приедем, посмотрим, что у него получилось. Девочки, все, что осталось от пиццы, сразу не сняла. Это вот то, что сын доделывал за меня. Сказочная просто. Пицца получилась. Слопали всю, видите, остался один маленький кусочек. А это сейчас... Конфетки откроем с вами, посмотрим. Это фикс прайс мы купили. Трюфели 55 рублей. Трюфель сердце. Вот такие конфетки. Сын сказал, что вкусные. Что всем понравились, кто пробовал. Прям хорошие. Не обманули нас. Действительно. В Доброцент привезли новые картины по номерам, поэтому, если кто-то интересуется, зайдите, девочки, посмотрите. Привезли очень красивый пейзаж с вот такой вот яхтой это, или корабль. Я в этом не разбираюсь. Парусное судно. И очень милая картина пришла с попугаями, да, с какими-то птичками. Нет, это, скорее всего, не попугаи. Ну, в общем, птички очень симпатичные. А в магните мне понравились вот такие чашки. Посмотрите, это цветочный горшок, девчата. Такого огромного размера чашка. Очень симпатично сделана. Стиль оформления разный есть, на любой вкус, мне кажется. И мне прямо они вызвали бурю эмоций в душе. И вот эти ведерки тоже ничего. Но они простенькие. А чашки прям это вообще что-то с чем-то. А сейчас, девочки, немного АСМР. Это такой класс, когда ты снимаешь с новой вещи пленку упаковочную. Это сыворотка «Зеленый чай». С коллагеном и пептидами. Она против возрастных изменений кожи, осветляет ее, борется с морщинами, насыщает коллагеном. И я вам скажу, что при нанесении разница очень сильно ощущается с той сывороткой, которую я брала предыдущую. У той вот именно направление идет увлажнение, хотя она тоже называется коллаген. А это не называется коллаген, она называется зеленый чай, но она с коллагеном. И она по нанесению вот вообще совершенно другая. То есть после этой сыворотки кожа долго остается очень липкая. Такое ощущение, что она влажная. И она действительно осветляет, девочки. Это заметно с первого прям применения, можно сказать. Хорошая сыворотка, мне очень понравилась. И запах у нее такой, знаете,